кино в особом формате. В Малаховке прошел первый показ фильма с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих людей. Воспитанникам местной школы-интерната показали картину «Джентльмены удачи». Что такое тифлокомментарии и как незрячие могут увидеть кино? Этот вопрос волновал всех, кто пришел в культурно-досуговый центр «Союз». Ученики Малаховской школы для слабовидящих с нетерпением ждали начала сеанса. Сегодня мы пришли на фильм с тифлокомментариями. Первый раз будем его смотреть, это очень интересно. Никогда о таком не слышали, не смотрели. Очень любопытно. Да. Такое кино в Малаховке показывают в рамках программы «Доступная среда». На 2018 год запланирован показ 38 адаптированных художественных фильмов. Вход на сеансы свободный. В этом году мы заключили договор с киноконцертом «Мосфильм» на бесплатную демонстрацию фильмов с тифлокомментариями. Тифлокомментарии – это такое, знаете, лаконичное описание действия, пространства, предметов для людей, которые не совсем видят то, что происходит на экране. Фильм «Джентльмены удачи» выбрали не случайно. Часть картины снимали в Малаховке. Присутствующие с большим интересом слушали закадровое описание. Слышь, бать порву, бать, скотина, кому говорят? В руках доцента бинокль. Ну? Он и худой бегут на холм. Оборачиваются, лицо мужчины в халате в пенистой слюне. В прошлом году в КДЦ «Союз» приобрели все необходимое оборудование для людей с ограничениями здоровья. Спецмебель и индукционные системы, пандусы и тактильную плитку, а также аппаратно-системный модуль, который разработан и для людей с нарушением зрения. Даниил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.